на кармане или в рюкзаке, лучше всего иметь какой-нибудь нож. В данном случае у меня многофункциональный венгер. В нем есть штопор, есть пила по дереву, которая меня выручала несколько раз. Незаменимая штука. Нож. Нож желательно, чтобы был острый. Вот. Открывалка с отверткой, комбинированная для зачистки проводов. Пинцет, зубочистка. И все. Вот такой вот функционал данного ножа. Но, тем не менее, многое из этого может пригодиться вам в трудной ситуации. Вот. Его удобно носить в рюкзаке, можно кинуть в карман, можно кинуть куда-нибудь, даже в кошелек засунуть, в принципе, без всяких усилий. Вот.